Пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Алимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Алимбет – народный букмекер! Ну что, Андрей, даже соскучиться, наверное, не успел. Да нет, успел соскучиться по ребятам, по команде, по тренерскому штабу, по руководству. Тут как бы все родное, я тут привык. Хотелось, конечно, вернуться в этот клуб. Возвращаюсь с ощущениями помочь команде. Это в первую очередь. Сейчас пришли хорошие футболисты. Тут видно, что с ними можно добиться высоких результатов и быть максимально высоко в таблице. Конкуренция сейчас стала жестче, пришли квалифицированные футболисты. Но это и хорошо, потому что, во-первых, тренеру есть выбор хороший. Вдруг кто-то травмируется или какая-то неполадка, есть всегда кем заменить. И это лучше для прогресса самих футболистов, потому что конкуренция, она всегда двигатель прогресса. Как в команде отреагировали на небольшую перемену твоего стиля? Все ребята отреагировали с улыбкой, некоторые шутят. Ну, в принципе, нормально, все по-доброму, все хорошо. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на домашний матч «Синий 7». Вы наш 12-й игрок, с вами мы сильнее.